Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я хочу поделиться своими мечтами на будущее. Я девушка простая, поэтому мечты у меня не такие прям грандиозные, небольшие, но для меня не очень важные. Первое, что бы я хотела, скорее всего, это путешествие. Потому что мне интересно узнавать новые места, ощущать их, гулять, трогать. Я много читала историю о разных странах, и мне не хватает ощущения вот приехать, например, и вот чувствовать вот эту атмосферу, как бы немножечко переживать эти события, которые прошли. Потому что история настолько загадочна и необыкновенно, что меня тянет. Конечно, путешествовать лучше не одной, а с любимым человеком. Потому что эмоции, восторг, какие-то слова нужно высказывать. Я хотела бы поделиться, рассказать. Поэтому путешествие – это моя мечта. Первое. Более масштабная мечта – это у меня иметь семью, родить детей, потому что я уже в том возрасте, когда уже хочется обрести какое-то свое жилье, свой очаг, своих людей, родить, конечно, ребенка, не одного, я бы хотела, наверное, несколько детей, троих, может, четверых, пятерых. Главное, чтобы это все получилось, и мы стремились к хорошему, потому что рождение детей – это хорошо, это новая жизнь, это позитив. Из таких прям еще более, дети – это вот дети, да. Но еще есть мечта – это встретить хорошего человека, хорошего мужчину, с которым бы хотела пойти куда угодно. Может быть, сейчас ты смотришь видео и являешься той второй половиной, которую я ищу. Минимальное, что для меня надо, это всего лишь путешествие, семья, хорошая работа, любовь близких, воспоминания. Ведь мы, когда стареем, мы все-таки оставляем себе воспоминания и чувства. Поэтому я, наверное, на этом остановлюсь и попрощаюсь.